Rot wie der Tod, wir sind nachtaktiv. Immer wenn du die Laternen flackern siehst, sie schließen die Fenster, denn der AMG ist... Steh auf! 1, 2, 3. Soll ich schon mal das Geld aufstehen? Neha! Neha! Wir sind viel fokussiert wie Kameramänner und essen jeden Tag Lammschicht okay. Ja, das will jetzt mal kurz немецкий рэп больше слушают, чем эти американские. Пиздец, я никогда не думал, что реально немецкий язык реально будет реально клёво для рэпа. То есть я никогда, раньше вообще его не воспринимал никак. Мне наоборот сейчас вообще в кайф как. Ооо, горнат классно. У него, у того чувака, кстати, причесан, как у Софиана. Не, у того чувака, который толстый. Сейчас увидишь, вот. А, Софиан, что ли? Да. Не похуй, я Alle werden wach, zu dem V8-Zylinder. Ja, das ist doch kein schöner Fall, das kann ich nicht. Ja, die Maschine. Das ist grün, die Tasche. In die Fresse, wenn wir reden, wir sind asozial. Was macht die? Asozial. Я сейчас заметил, в немецком языке вроде нету звука Z. То есть там есть C, S, но нету Z. Ну, похоже, да. Вот. Ну, это особенность такая вроде. Ну, и, кстати, у всех, у всех клипов в конце какая-то еще заставка. А, нет, это, в принципе, и в Америке так делают. Я единственное заметил, что они мерзли, как я прям вообще пялят. Я не знаю, я столько рекламы мяча не видел, кстати, в Америке, ну, в американских клипах. Ну, я не знаю, по крайней мере, вот ту музыку, которую я там слушал периодически. Я скоро тоже знаешь, буду мерч вставлять, кстати. На следующей неделе уже, наверное. А, да-да-да, чуваки, скоро да, будет скоро мерч на канал Russians React. По-любому покупайте фанни-паки, футболки, толстовки, кепки. А, да-да-да-да-да, братишки и сестренки, мы будем делиться, и вы будете покупать и иметь частичку нас. Да. Мы будем вам за это благодарны, да. И нам будет очень приятно, поэтому, если вы хотите сделать нам и себе приятно, то купите мерч. И всем будет приятно, и вы будете частичка нашей. Е-е-е. Так что следите за обновлениями, смотрите наши видосы все-все-все. Ну и подписывайся на канал, ставьте лайки, как говорится. Так, по поводу трека, как тебе? Ну прикольный, прикольный. Но что-то мне, кстати, бит показался слишком мягким. Ну они сейчас, в принципе, все такие мягкие биты. Сейчас уже нет такого, как раньше, там прям жирные биты. Нет, в смысле, есть, но они как бы, знаешь, как бы достаточно их намного больше стало. То есть я помню, например, там времена Лекса Люгера, там, знаешь, вот типа 2010-2011 год, там, знаешь, как... который биты писал продюсер-то, там, блядь, что, Вака Флака, там, блядь, все эти вот артисты были популярны, там, блядь, пиздец, там, нахуй, все, ебашил, бас. Пиздец, были реально очень жирные биты. Сейчас ты посмотришь, ну, как бы, ну, блядь, есть басок, но он, как бы, они такие по софтее стали. Ну, да, да. Вот. Ну, все равно песня заебись. Два артиста, оба. Вот этот, который на припеве был, вообще мне очень понравился. Да. И, блядь, я реально, я не знаю, мне что-то настолько стал нравиться немецкий рэп. У меня, кстати, друг не любит, ну ты знаешь его, это Дима. Да. А он, блядь, короче, я включил сегодня кокаину такой в машине, и он такой, блядь, чувак, типа, я не люблю немецкий рэп, выключи, я не понимаю вообще, как... Я такой, типа, сука, слушай, это, блядь, это топчик, нахуй. Вообще, это лучший трек, который, блядь, я вообще слышал, нахуй. Ну и вот просто, блядь, качал. Ну он такой сидел, слушался. Да, ну, блядь, меня тоже почти все друзья, типа, да блядь, типа, немецкий язык вообще не подходит к рэпу, типа, пиздец, как можно такое говорить? Ну чё, чуваки, салют. Большой салют? Asozial, Junge, wir sind asozial. Und wir brechen eure Regeln, halt die Fresse, weil wir reden, wir sind asozial. Rap ist die Autobahn.
Autobahn und wir sind auf der linken Spur. Eure Alben liegen bei der Inventur. Eure Tracks sind mir zu Hollywood reif. Ich mach mit deiner Mutter ein auf Bonnie und Clyde. Das hier ist 145.